Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Faberlic плюс VIP-новиночки. Итак, поехали! Давайте начнем с того, что взяла по VIP-программе. Это новинка предыдущего каталога, и уже в этом каталоге ее могут приобрести все. Это пептиды рыбного коллагена. 21 порция в этом пакетике. Я взяла сразу два продукта. По VIP-программе я могу брать сейчас, слава богу, два, скоро уже три продукта со скидкой 70%. И будем вместе с вами пить, будем вместе с вами пробовать. Знаю, некоторые девчонки уже пьют. Пептиды, состав пептиды рыбного коллагена, аскорбиновая кислота. Вот оно как. Так, срок годности, смотрите, у нас от апреля, от конца апреля. И артикул 158-76. Коллаген вообще, что этот, что предыдущий Faberlic, это удовольствие не из дешевых. А, прошлый коллаген я пропивала 3 пачки, по-моему, курсом, потому что девочки в отзывах писали, что вот прям после третьей пачки виден эффект. Я как-то ничего особенного не заметила, ну и ничего плохого со мной не случилось. Сейчас буду пропивать вот этот, как положено, прям курсом. У нас здесь есть интересные рекомендации по употреблению. 3 чайные ложки без горки, 6 грамм, развести в 100-200 миллилитров воды комнатной температуры. Употреблять один раз в день натощак за 40 минут до завтрака. Вот всю информацию вам показываю, можете нажать на паузу, почитать. То есть натощак за 40 минут до завтрака. Отличненько, удобно. В принципе, такой вариант меня устраивает, потому что я всегда поздно завтракаю и натощак обязательно выпиваю стакан воды. Вот как раз будем пить вместе с коллагеном. На стаканчик как раз 200 мл, 3 чайные ложки без горки. Давайте откроем, хотя бы посмотреть аромат. Ой, напылила. Здесь зип-замок есть, это тоже очень хорошо. Вот так он выглядит, вот такой прозрачный. Но сказать, что воняет рыбой, не могу. Знаете, такой легкий какой-то отголосок, но абсолютно никакого отторгающего аромата. Нет, абсолютно не противный. Будем пить тогда в следующем ролике, тестить новиночки, пить будем вместе с вами, разводить, смотреть. Ну вот, какой-то еле уловимый отголосок, и то не рыбы, а морепродуктов, но прям вот совсем-совсем где-то вдалеке практически нет. То есть практически нет, это очень приятно, ничего противного не почувствовала. Посмотрим, как это все дело будет питься. Очень на самом деле интересно. Так, поехали дальше. Дальше, что взяла по распродаже. Снова в распродаже остатки сладкий был спрей Dream Therapy. Расслабляющий мисс для сна. Я беру его для Ксюшки на постоянной основе. Уже она его очень любит. Артикул 25,59. По 100 с чем-то рублей они вышли. Так обычно их цена 200 с чем-то рублей. Поэтому взяла в запас еще пару штучек. Пусть будет. Действительно, расслабляет. Много хороших отзывов. Так, давайте еще из БАДов. Что у меня здесь интересного. Я взяла новиночку, это вот как раз по VIP-программе новинка следующего у нас с вами каталога. Так, сейчас каталог найду. Ага, 10-го. Сейчас у нас 9-й получается каталог. Это новинка Фокус. Не хочет фокусироваться на антифунгале. Давай посмотрите, что творит. О, это новинка 10-го каталога. 60 капсул. Это что? Это противогрибковое средство. То есть оно борется с грибком внутри организма. Это на самом деле классная штука, я давно ждала, потому что грибок, он есть практически у всех. У кого-то он вылезает в виде молочницы, у кого-то он вылезает в виде грибка. Фокус на сегодня вообще подводит, прям подводит, не хочет фокусироваться и все. В виде грибка ногтей, у кого-то в виде анихолизиса, у кого-то в виде простуды. В общем, он в организме есть всегда, он присутствует и может вызывать различные поражения внутренних органов и какой-то внешний дискомфорт. Так, что у нас здесь? В качестве источника олеуропеина, оксикоричных кислот в перерасчете на хлорогеновую флавоноидов в пересчете на рутин. Короче говоря, как написали, вообще простым смертным не разобраться. Состав здесь, кстати, очень интересный. Здесь главным действующим веществом на первом месте является ПАО ДРКО коры экстракт. Не знаю, что это такое. Вот состав. Можете тоже на паузу понажимать и почитать. Достаточно интересный, кстати. У нас с вами прием капсул. 2 капсулы. Рекомендуемая суточная доза. Одновременно
По одной капсуле два раза в день написано во время еды. Во время еды принимается этот БАД. Продолжительность приема 1 месяц. Индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью, противопоказания у нас с вами. Интересно, когда можно еще курс повторить. Артикул 158.11, пока этот продукт доступен только для VIP-консультантов, скоро будет для всех. Так, потом взяла еще себе по хорошей цене. Как раз попала на те дни. Сейчас у нас каждые 3 дня обновляются акции на сайте, да, вот этот город скидок, или как он правильно называется. Вот как раз я попала, когда были БАДы, была хорошая цена на мультивитаминный минеральный комплекс для детей. Сейчас к осени вот эти этикетки, они вообще с моим телефоном творят какие-то чудеса, слушайте. Вот на этот комплекс была очень хорошая цена как раз по этой акции, поэтому взяла. Я уже брала неоднократно, мне очень нравится. Здесь потрясающее содержание витаминов, микроэлементов. Артикул 158-66. Здесь прям огромный список. И это очень здорово. Так, дальше. Взяла 2 кондиционера. Sensitive, свои любимые. Они делают белье очень мягким, самым-самым мягким, что у нас тут в пути прилипло. Они 0+, у них очень нежная, классная душка, и она есть на высохшем белье, но она нежная и очень деликатная. Действительно, вот прям пудровая нежность, такая хлопковая нежность. И белье после него действительно самое мягкое. Ни с чем не сравнить не могу. Ни Faberlic, даже ни за его пределами. Артикул 308-56. Взяла свой любимый гель для душа, Лакрем, именно вот такой вот с алоэ, это мицеллярный гель для душа с молочными протеинами, он не очень хорошо пенится, скажу сразу, прям от него нет обильной пены, как, допустим, там серия Samba de Rio и так далее, вот эти все витамани, но он очень деликатно очищается, совершенно не сушит кожу, мне безумно нравится аромат, 86-59 артикул, 250 мл и... Он такой действительно нежный, травяной какой-то. Алоэ прям вот класснючий. Поэтому люблю. И на лето, кстати, очень хорошо заходит. Из Samba de Rio повторила уже, наверное, 3-й раз вот такое вот мыло. Именно вот это вот зелененькое. Мне безумно понравился. Мне понравился аромат. Я разбавляю его пополам, наверное, с водой, даже больше воды, в дозатор, вспениватель. И пенкой мы моем руки. Поэтому мне такого флакона хватает сейчас надолго. Вообще экономия мыла прям... Получается здоровская, когда есть такие дозаторы-вспениватели. Артикул 1443, здесь 300 мл. Мыло обалденное, очень густое и пахнет потрясающе. Мне прям нравится зеленый, вот это больше всего. Из детской линеечки взяла вот такой вот детский шампунь и гель для душа Ума. Мы используем его в основном как подмывашку. 1+, он так более-менее пенится. Ножки помыть, ручки помыть тоже с улицы. Он как бы стоит у детей. Артикул его... 27,92. Классный. Гипоаллергенная практически линейка, но я, по крайней мере, никогда не слышала, чтобы кто-то отзывался, что есть аллергия на нее. Повторила вот такой крем Love, универсальный крем для лица, рук и тела. Здесь 100 мл, но такой баночки прям хватает надолго, потому что он очень-очень плотненький. И такой достаточно жирный и питательный. Артикул 26,08. В чем как бы фишка? Ланолин. Здесь в составе ланолин, это такой прикольный природный продукт, который получается из шерсти овец. И вот такими вот средствами можно даже вылечить какие-то аллергические высыпания на коже. Даже вот слышала, что берут девочки, у кого у деток там атопический дерматит. И именно вот эта серия Love с ланолином очень здорово заходит и... снимает покраснение, шелушение, зуд, успокаивает кожу. Крем, в общем, классно. Он приходит вот так заслюдзирован. Я прямо сейчас его открою. И смотрите, какой он плотный. Он очень-очень плотный, очень питательный. Я сейчас прям на руки с вот этой фольги. То есть он не тает на коже, его надо распределять. Но он очень круто смягчает и прям убирает сухость, раздражение. Вот себе тоже для ручек, для ножек, для локоточков. Сухие какие-то места и даже лицо помазать. Я очень его люблю и уважаю. Уже много-много раз повторяла. Это действительно достойный продукт. Просто забываешь часто про него, особенно когда такое обилие новинок. А так это прям мой любимчик. Так, дальше. У меня 2 упаковки вот таких вот матирующих салфеток из линейки Эцклер. Слава богу, они были на сайте. Чему я несказанно рада. Здесь 80 штук в упаковке. Предыдущих мне прям хватило на все лето. И вот буквально сегодня я доиспользовала последнюю. То есть и на часть лета этого года хватило.
80 штук – это достаточное количество. Я не пользуюсь, уже показывала, недавно был ролик про макияж. Не пользуюсь сейчас тональной основой, пудрой на лето. В общем, хочется по максимуму, чтобы кожа дышала. Но кожа летом у меня становится жирной. То есть у меня появляется блеск не только в Т-зоне, в принципе, наверное, по всему лицу, но в основном в Т-зоне. Особенно вот это лето очень жаркое, очень влажное. И спасают вот такие вот салфеточки. Так, артикул у нас стали прописывать. Да, 66-64. Помню, в том году они забыли как-то артикул прописывать на упаковках. Во-первых, это очень удобный формат. То есть можно положить в сумочку. Идете вы там гулять, идете вы там куда-то еще. Может быть, у вас там будет фотосессия в этот момент. И чтобы личико выглядело достойно, можно вот такими салфетками заматироваться. Упаковочка очень удобная, прям минималистичная. Очень приятная, тактильно. И салфетки вот таким вот образом выглядят. Целых 80 штук. Что мне нравится, девчонки, не только то, что они матируют моментально, а они это делают моментально, но и то, что здесь в составе есть зеленый чай. То есть кожу успокаивают они еще. Очень тяжело сначала достать одну салфетку, аж порвала. Они кожу успокаивают. То есть вот этот зеленый чай в составе, он еще действует как противовоспалительный процесс. То есть если кожа у вас подвержена высыпаниям каких-то, там акне и так далее, особенно сейчас в жаркую погоду, то прям советую очень присмотреться. Вот так и выглядит эта салфеточка. Она в такую вот крапинку. Сейчас сфокусируемся. То есть такая вот крапинка, на ней черная. Есть легкий такой, даже нет, наверное, скорее аромат такой свежести. В общем, я сейчас приложу к Т-зоне и покажу вам, как она выглядит после. Я промакиваю, мне хватает одной салфетки. Ну, в редком случае я беру две. Вот таким образом я промакиваю, видите, вот все кожей выделяемое сало, себум, так сказать, он остается на салфетке, а кожа ваша полностью заматирована, еще спокойно. Сейчас колбу приложила, видите, прям как у нас очень жарко. Чтобы снять ролик, приходится закрывать окна, чтобы не было посторонних шумов. Поэтому я прямо сейчас сижу, тут хорошо потею, скажем так. Вот, одной салфеточки мне хватает, чтобы пройтись всю эту зону. Потом она выглядит вот так, мы ее с вами выкидываем. И насколько хватает этого эффекта? Ну, если прям под градом не льется при каких-либо обстоятельствах, то на несколько часов. Вот чему я тоже несказанно рада. То есть я могу, допустим, во второй половине этого дня сделать, выйти гулять, и у меня личико будет свежее в течение всего вечера. Поэтому очень рекомендую, на лето это прям мой must-have. Так, дальше взяла в себе вот такие две масочки, гидрогелевые маски для лица из линейки коллаген О2. Сейчас в жару тоже рука не тянется к маскам в тубе, но иногда делаю, но редко, прям когда немножко попрохладнеет. А вот такие вещи прям заходят на ура. Артикул 1384, маска очень классная, мне понравилась, я видела эффект на лице. Действительно очень хорошо увлажняет, личико какое-то после нее становится упругое. Прям хороший продукт, поэтому повторила, сейчас цена на нее приятная. Тогда в следующем ролике, может, с вами масочку сделаем, повторим. Так, и что у нас все? И все, вот и все вам показал, мой хороший. Заказ был пока на 50 баллов. Новинок в следующем каталоге тоже немного. Вот он как раз 10-й каталог, будет тоже 3 недельки. У нас с вами здесь не очень много новинок, но много интересных акций. Вообще Faberlic на сайте много акций сейчас делает в последнее время, очень интересных. Опять будет классный подарок за регистрацию. И в этом каталоге он тоже потрясающий. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под роликом. Проходите, пишите, смотрите, знакомьтесь. Можете прямо в личку писать. Все контакты в инфобоксе я оставляю. Но для тех, кто хочет работать, либо просто заказывать, ссылка всегда есть, и в конце здесь оставляю. Опять будет у нас с вами набор для дома, это всегда нужно, это всегда пригодится, это всегда приятно. Ну и на этом все, мои хорошие, надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.